На какую работу могут рассчитывать несовершеннолетние? Если говорить конкретно по городскому округу Самара, то мы трудоустраиваем ежегодно более 3000 подростков на временные рабочие места в летний каникулярный период и свободное от учебы время. Как обезопасить подростков от недобросовестных работодателей? Когда подросток предоставляет документы для трудоустройства, это гарантия того, что с ним будет заключен трудовой договор. Его права и обязанности будут соблюдаться. Могут ли первые трудовые навыки помочь в выборе будущей профессии? Компания заинтересована в том, чтобы ребята выбирали направление обучения, соответствующие, которые нужны на этих заводах, да, на этом производстве и приходили в дальнейшем на трудоустройство. О трудоустройстве несовершеннолетних подростков в период летних каникул рассказывает директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина. Смотрите программу «Город С» 1 июля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».